Ну что, привет, мы приехали к первому дому. А вот мы пойдем вот туда. Я бы не сказала, что он прям очень сильно красивый, впечатляет меня снаружи. Как всегда, фотографии немножко лучше. Но все, что окружает нас вокруг, все, в общем, достаточно неплохо. Это Кейти. А, достаточно зелененькие улочки, тихие, спокойные. Мы отъехали, но буквально полминуты отсюда. Там есть все магазины, вся активная жизнь, аптеки, маленький молл и так далее. А в ту сторону, по-моему, есть какие-то парки. Ну а сейчас мы пойдем вот в этот вот домик. Нам в него нужно зайти. Вот в этот вот домик. Вот, как только я туда попаду, буду снимать дальше. Вот так домик выглядит с фронтальной части. Вход, здесь вот они поставили некий фургон. Значит, меня предупредили, что в гараже есть две собачки. Вполне вероятно, что там еще приехала одна женщина смотреть. Вот, их просили не выпускать, поэтому в гараж я не пойду. Сейчас я открою дом, потом продолжу.